Мы продолжаем работу форума «Ученые против мифов 9». И сейчас речь пойдет о кино. Прошу, Иван. Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», реконструктор древних технологий. Иван, скажи, имеет ли смысл с точки зрения науки обсуждать мультфильм про Флинстоунов? Вопрос интересный. Мне кажется, может быть, с точки зрения строгой науки смысла и немного, но в то же время там очень много анахронизма, да, то есть перенесения современных стереотипов в древность. И на этом построен юмор. И если мы детям, наверное, не объясним этот принцип, на чем юмор построен, по крайней мере, детям современным будет непонятно, что дети, например, многие уже не знают, как пользоваться дисковым телефоном тем же. И, может быть, они подумают, что именно такое было в каменном веке, такое изделие. А нет? Поскольку большинство людей из мультиков и кино черпает свои знания об эпохе, то все-таки что-то разъяснять, наверное, по крайней мере, детям и подросткам, я думаю, уместно. Прошу. Да. Друзья, я очень рад, что вы здесь собрались. Я хочу поговорить о очень наболевшей такой теме для историков, для археологов, а именно о наших сердечных переживаниях, когда мы смотрим историческое кино. Я сразу хочу оговориться, что, конечно же, я не буду критиковать художественную составляющую и ценность художественную этих фильмов. Прежде всего, я поговорю именно о взгляде историка-специалиста, да, о какие впечатления вызывают фильмы. Сейчас фильмы критиковать очень модно, критика вообще такое очень плодотворное занятие. Но я хочу сказать, что слава богу, что такие фильмы есть, в принципе, все, потому что они людей побуждают заинтересоваться эпохой, дальше разбираться. Давайте мы с вами об этом поговорим поподробнее. Я попытался выделить основные причины, по которым фильмы неисторичны, по которым отсутствует историчность. Самое главное, одна из главных причин, это, безусловно, вот то, о чем мы сейчас с Александром говорили, это анахронизм, то есть это перенесение современных стереотипов о жизни, об обществе, о поведении человека в древность. И когда мы видим поведение, современное поведение в исторических фильмах, особенно про каменный век, то это очень портит впечатление, на самом деле, в целом, и нарушает логику всех событий зачастую. Это авторский взгляд, то есть когда автору фильма кажется, что его художественные фантазии, они, если даже они идут вразрез полностью с сознаниями об этой эпохе, но они будут смотреться выигрышно, но часто это смотрится глупо просто. Третье – это прямое пренебрежение консультациями ученых, археологическими находками, когда режиссеру кажется, что, ну, в общем, стилизую как-то, можно какую-нибудь одну вещь показать из эпохи, уже все, оправдано будет. И стремление к такой, знаете, кинематографичности, киношной масштабности, зрелищности, зачастую там, где это неуместно, когда речь идет об эпохах, где нету там масштаба в сражениях, в конфликтах, ну, нам пытаются показать какие-то кровавые побоища, это тоже часто смотрится нелепо. И слабодневность. Слабодневность очень важна, потому что пытаются, опять же, современные проблемы, какое-то, например, гендерное неравенство, борьба за права, борьба за свободу личности перенести куда-нибудь в традиционное общество. Это тоже очень забавно выглядит. Ну и типы исторических фильмов, которые я с некоторой долей условности, но выделил. Это такое, в кавычках, фэнтези с историческими мотивами. Почему фэнтези? Потому что создается авторами мир, который вроде сделан на основе исторических мотивов, но с действительностью, ну, не имеет ничего общего. То есть фантастика полнейшая. Это массовое кино,
То есть то, что рассчитано на то, чтобы изначально понравиться большому количеству людей, и, соответственно, такой исторический блокбастер с допущениями уже изначально. Это экранизация литературного источника, исторического литературного источника. Часто такие фильмы удачны, даже если там сделана стилизация по материальной культуре. Например, вот недавно был фильм «Макбет», да, экранизация «Макбета», и там материальная культура не соответствует историческим параллелям, но он по атмосфере очень правильный, естественно, потому что это просто дословное цитирование Шекспира. Конечно, для каменного века это будет не актуально. И попытка изобразить реалии прошлого, то есть такая попытка художественной реконструкции. Таких фильмов, ну, практически нет, потому что такая попытка предполагает именно научно-популярный формат, и он все-таки отходит от интересов обычной киноиндустрии. Ну и я хочу на примере более популярной эпохи коротко объяснить принцип, по которому я формировал эту подборку. Значит, фэнтези, да, с историческими мотивами, есть очень хорошие примеры таких фильмов. Например, фильм «Тринадцатый воин». То есть, если мы его будем рассматривать как исторический, конечно, он будет бредовым абсолютно, но на нем очень правильное позиционирование. Уже на постере, там, на любом издании фильма написано, что это экранизация фантастического романа Майкла Крайтона «Пожиратели трупов». И когда вы читаете экранизацию романа «Пожиратели трупов», вы как-то, ну, не очень ожидаете увидеть там, да, доскональное воспроизведение эпохи викингов. Но сам фильм отличный. Это один из сериалов про викингов, которых сейчас куча. Это сериал, собственно, «Викинги». Австралийско-американский, по-моему, ирландско-совместного производства. Он сейчас крайне популярен, но он прекрасен тем, что по материальной культуре он не имеет, ну, просто вообще ничего общего с тем, что происходило. То есть, да, там очень крутая работа дизайнеров, отличные, дорогие костюмы, детализированные, но это не викинги, это современные люди, воплощенные в этих образах. Это девушки с макияжем, эмансипированные женщины, это хипстеры, которые изображают викингов. То есть, ну, натурально так дело и обстоит. Вот. И спасибо. То есть, конечно, задача режиссера здесь понятна. Он пытался найти в людях отклик, чтобы человек смотрел себя, ассоциировал с этим персонажем. Там все персонажи такие индивидуалисты, карьеристы, знаете, у них вообще никакого общинного мышления нету. На чем там держится власть князей, вообще непонятно. Они просто всех беспорядочно режут и всех обижают постоянно. И мне очень нравится там такая сцена, что сначала там две женщины, они обе воительницы профессиональные, ну, это нормально. И они, у них, значит, лесбийские отношения, ну окей, тоже, тоже хорошо, почему нет, может так и было. Но потом одна из них выходит замуж за короля, беременеет, у нее большой живот. Она ему говорит: слушай, я живот, конечно, но я в битву все равно пойду, потому что я же воительница. Он говорит: я не могу тебе запрещать, ты как бы личность. Вот, и вот, в общем-то, иллюстрация, примерно весь сериал такой. Сцена из сериала, кадр ни одного предмета, который имеет исторический аналог. Все. Ладно, слишком долго про него говорим. Пример именно блокбастера — это классический фильм с Кирком Дугласом 57-го года «Викинги». В этом фильме больше исторических вещей, чем в сериале «Викинги». Но и в фильме «Викинг», который обычно в среде реконструкторов слух называть нельзя. Вот. Здесь больше исторических вещей. Ну, тут понятно, то есть тут именно вот эта масштабность, показаны какие-то баталии. Дальше фильм, который я вот просто рекомендую к просмотру. Это фильм «Изгнанник», исландский. Он сделан по саге о Гисле, то есть это экранизация именно литературного произведения. Ну и самое главное, что они подключали археологов, специалистов археопарков, снимали в археопарке, одевались вещи из археопарка, и поэтому все это выглядит крайне аутентично, прекрасно выглядит. Фильм 81 года, если что. Фильм классический для
культовый для реконструкторов отечественных и любителей викингов. На камнях растут деревья. И по современным меркам костюмы, знаете, смотрятся тоже так. Можно есть к чему придраться, очень много к чему. И я такой делал этот скриншот и думаю, ну, наверное, может и не надо его упоминать, все-таки костюмы сейчас уже хромают. Но потом я посмотрел скриншоты из фильма «Викинг». Вот, я увидел эти вещи из «Конана Варвара» и, в общем, решил, что все-таки нет. На камнях растут деревья, выглядят очень хорошо, даже сейчас, несмотря на то, что это 85-й год. Вот, казалось бы, фэнтези-фильмов о каменном веке, наверное, быть не должно. Но они есть, их много. И началась эта традиция еще с начала 20 века, когда было модно соединять в кадре динозавров и людей. Ну, классно же, динозавры с людьми сражаются. И вот, конечно, многие фильмы я включать не стал, там совсем ранние, но вот такой вот культовый фильм 40-го года, «Миллион лет до нашей эры», «Человек сражается с ящерицей». Вот, потом у него был ремейк, еще более культовый, потому что там была Ракель Уэлч. Вот. И, в общем-то, такой фильм знаковый, и, естественно, скажем так, Ракель Уэлч, она надолго заложила стереотип вот этого киногероя, киногероини, прекрасного, какого, атлетичного, красиво одетого человека каменного века, потому что на него приятно смотреть. Потом вышел фильм, тот фильм 66-й год, в 72-м году выходит фильм «Когда динозавры правили землей», и у него, значит, вот такие вот слоганы, что это громоподобная картина, она более великая, чем «Миллион лет до нашей эры». Я решил, ну, надо посмотреть, разобраться, почему она более великая. Знаете почему? Потому что там в 3 раза больше девушек, которые в таких костюмах. И там бонус появляется, там и мужчины тоже такие, как бы по тем временам, довольно атлетичные, и такие вот рождаются эти образы именно людей каменного века, такие здоровяки, такие все мачо и красотки, в общем. И этот образ будет еще долго эксплуатироваться. Ну и вот современные примеры, например, фильма «10 тысяч лет до нашей эры», где, в принципе, можно постер, правда, он честен. Этот фильм честен, вы смотрите постер, тут мужчина с какой-то космической краковыгой, значит, сражается с каким-то саблезубым, там, не знаю, гаматерией это или смелодон, а сзади строятся пирамиды. Ну, в общем, вы смотрите и... Ну, хорошо, наверное, интересно. Если сказку хотите посмотреть, смотрите. Далее. Конечно же, это блокбастеры о каменном веке. И здесь хочу сказать о фильме, который я внес в эту категорию, но он очень выдающийся. То есть фильм, который по-настоящему попытался на самом деле воспроизвести реалии прошлого на том уровне знаний, которые были в 81-м году, фильм «Борьба за огонь». Он не попытался привлечь зрителя какими-то современными отношениями, с какими-то образами красавцев и красоток, и этим он прекрасен, вот этой аутентичностью. Но там в то же время очень много каких-то приключений нереалистичных, там поход неандертальцев за огнем через Средиземье и так далее. Вот, поэтому фильм, конечно, относится больше к массовому сегменту, но фильм прекрасный, я рекомендую его. Ну вот, собственно, кадр оттуда, он получил Оскар за грим, и считается, что все-таки этот грим даже на сегодняшний день, возможно, один из наиболее удачных гримов неандертальцев. Дальше идет возрождение идеи Ракель Уэлч. Ее дело продолжается. И появляется Дэрил Ханна, молодая Дэрил Ханна в фильме «Клан пещерного медведя». Здесь очень такой фильм с кучей анахронизмов. Неандертальское общество показано крайне каким-то прогрессивным патриархальным обществом, где есть разделение труда, где женщине нельзя брать оружие, там, в общем, они такие очень суровые, а она женщина, которая борется за свои права. Она кроманьонка, эти глупые патриархальные неандертальцы ее воспитали.
Ну и вот она среди них живет, там борется за свои права, в итоге побеждает лучшего там бойца неандертальского и уходит от них. Вот. Ну и, естественно, в этом фильме что самое главное? В этом фильме главное — это Дэрил Ханна. Вот. Если бы ее не было, то, в общем, наверное, и смотреть не стоило бы. Фильм «Ао. Последний неандерталец». Относительно свежий французский фильм. Когда я начинал его смотреть, там дело в том, что очень неплохо показана материальная культура, есть отсылки к археологическим находкам, и кажется, что вот этот фильм, наконец-то. Но сюжет, опять же, слишком фантастичен, он приключенческий. Это, опять же, про неандертальца, который родился в Сибири, вернее, жил в Сибири, но пошел на родину в Средиземноморье, чтобы найти свою семью. И самое главное, что на него переносится, знаете, образ такого вечно рефлексирующего дворянина викторианской эпохи. То есть он все время: кто мы есть? Что с моим народом происходит? Для чего мы пришли сюда? Он, значит, белый медведь убивает его друга, он закалывает белого медведя и говорит: зверь, прости меня, я забрал твою жизнь. Ну и в таком духе. Потом, в общем, все отлично заканчивается. Он дружит с кроманьонкой. У кроманьонки рождается ребенок. Она почему-то там не может его покормить. И он просит, говорит: лошадь, иди сюда, дикая лошадь. Лошадь приходит, он ее кормит молоком ребенка. И вот в этот момент ты понимаешь, что все-таки, наверное, это блокбастер. Вот. Ну и заканчивается все хэппи-эндом. У них там с кроманьонкой еще один ребенок рождается. Вернее, она беременеет от неандертальца. В общем, фильм хороший, как художественный, но рассматривать его как реконструкцию не получается. Хотя материальная культура, некоторые сцены очень достойные. Ну и я бы хотел сказать о основных категориях проблем, вот так в комплексе, которые присутствуют в фильмах про каменный век, которые не позволяют их считать полностью историчными. Проблема показа технологий производства, материальной культуры. Она есть, но она не самая главная. На самом деле, если вы покажете ошибки в этом вопросе, но у вас будет отношение показано в обществе верно, да, какие-то ситуации разумно показаны, интересно, то зритель не обратит на это внимание точно, а специалист скажет: ну, все равно фильм отличный. Вторая проблема – это как раз перенесение современных стереотипов. Ну, тоже, в принципе, фильмы бывают хорошими даже с современными стереотипами. Но уж совсем чего вот я не могу простить и пережить в кино – это когда просто отсутствует здравый смысл. То есть человек во всей эпохе, он какими-то обладал базовыми представлениями о здравом смысле, с точки зрения хотя бы выживания. И вот меня просили сделать разбор фильма «Альфа». Станислав Дробышевский его отлично разобрал подробно, сделал видео, поэтому я подробно не буду разбирать, но хочу сказать о наиболее таких наболевших проблемах и рассмотреть сцену, которая прекрасно иллюстрирует здравый смысл в этом фильме, такая связка сюжетная. Значит, наш герой проваливается под лед в озере, его оттуда вытаскивает волк, ну или собака, вот волк-собака, его друг Мухтар. Он его вытаскивает, и он там прорубает лед каменным ножом из-под воды, ну это уже ладно. Он его вытаскивает, он, значит, вот в этой заснеженной тундре, он весь мокрый, он разводит огонь, костер размером с консервную банку, и ложится вот так вот просто вот в полуметре от костра, посреди вот этой пурги, голый. Ну и нормально, в общем, выживает человек. Правда, он простыл. Вот. Он простыл. И довольно быстро он начал кашлять кровью, ну, потому что так все понятно было, что простуда зрителю. Вот. Потом, кашляющий кровью, казалось бы, человеку бы куда-то бы прилечь, отдохнуть, там, переждать холодное время, он находит в этой тундре чум из шкур, и перед ним с прямой спиной и с руками без варежек насмерть замерз мужчина рядом с чумом. Ну, почему-то не в чуме, почему-то он не скукоженный, в общем, так и замерз. У него лук из мезолита почему-то, хотя все остальные племена там в фильме лука не знают, но у него лук есть, ну ладно.
И что делает наш прекрасный герой? Он заходит в чум. И становится понятно, почему умер мужчина. Чум весь в дырках. Он просто весь в огромных дырах. Вот, то есть он, видимо, какой-то не смог собрать его правильно, сел, задумался и замерз. Из Икеи чум. Вот. Спасибо. Вот. Ну, наш друг, он не ищет легких путей, он не заделывает эти дыры, не разводит там огонечек, не зажигает жирник, чтобы согреться. И ему это все не нужно. Он садится у чума. И без шапки, конечно, он же крутой парень. Вот. И рассуждает, ну как жить дальше. И дальше он идет... Дальше по этой заснеженной степи. Там он убивает еще, конечно, из лука. Он ни разу лук не видел, но с первого выстрела убивает там пещерного льва. Это опустим. И потом мне очень понравилась сцена. Они идут по этому бархану. Ночь, там вьюга жутко дует, ветер. И они с собакой идут. Собака уже устала. Он-то не устал как бы. Он несет собаку на руках. И они ложатся с собакой вот на этом, на вершине вот этой заснеженной горы, в пургу они ложатся друг напротив друга. Он говорит: не бойся, все будет хорошо. Мы сейчас с тобой поспим чуть-чуть вот тут и дальше пойдем. То есть и встают, и идут, и все нормально с утра, встали свежие, отдохнувшие. То есть становится понятно, что человек, который придумал эту сцену, он явно живет, ну, наверное, в Калифорнии где-то, он ни разу не мерз вообще в своей жизни. Я когда готовил презентацию, мы с товарищем в нашем археопарке, у нас были сильные заморозки на Урале, мы несли два таких тюка шкур, идем, вьюга, у нас лицо, значит, все вот так обмотано. Я говорю: Влад, я подумал, давай тут полежим, говорю, отдохнем, а потом дальше пойдем. Вот. Ну вот, ну и, собственно, на фестивале «Времена и эпохи» прошлым летом как раз была премьера летом этого фильма, а мы делали площадку, посвященную там каменному веку, бронзовому веку. Я решил флешмоб устроить. С друзьями посоветовались, оделись, значит, в шкуры, взяли всю эту одежду, пришли в кинотеатр, всех распугали и смотрели фильм. И, естественно, была истерика у всех. Но зрители, видимо, подумали, что мы, ну, господи, люди каменного века, что с них взять. Вот, и такой там есть в сети небольшой обзорчик, можете, если интересно, посмотреть, где я сказал свое мнение о фильме. Хотя, я повторюсь, для семейного просмотра фильм отличный. То есть понятно, что сделано для того, чтобы подростки ассоциировали себя с персонажем, с этим. Родители переживали за единственного сына вождя. Да? И все понятно, что хотел режиссер. Поэтому подросток заходит в чум и говорит: здесь нету еды, что же делать? Хотя он ходит с этой едой на руках, и у него еще рядом с чумом сидит большой кусок еды. Вот. Значит, все-таки попытки художественной реконструкции, они есть. Вот один из наиболее адекватных фильмов — это серия чехословацких еще фильмов 70-х годов «Племя ворона», «На великой реке» и «Зов рода». Фильмы сделаны с консультацией археологов, там даже перед фильмом рассказывается об археологии Чехии, немножко про каменный век, и потом уже сам фильм. Фильм, конечно, устаревший, представление о материальной культуре устаревшее. Он не такой там богатый, там нет съемок с квадрокоптера и каких-то компьютерных эффектов, но люди ведут себя адекватно при всем там приключении, которое с ними происходит, но это нормальный сюжет, так что советую. И вот таким фильмом должен был стать «Ледяной человек». Вот его я немножко подробнее разберу. «Ледяной человек», посвященный находке Эцци в Эцтальских Альпах в Тироле 1991 года. Но этот фильм не стал таковым, я объясню почему. Значит, с археологической точки зрения, кто такой Эцци? Это человек, обнаруженный в Альпах, мумия, убитый человек, у него уникальная сохранность мягких тканей, органики в вещах. То есть кожа сохранилась, дерево, одежда, понятно, чем он питался и так далее, и так далее. И очень важный момент,
что, как вы видите, он не был таким, он даже не был как Ракель Велч. Он был на четверть меньше, чем Ракель Велч. Он весил 50 килограмм и был ростом 165 сантиметров. И у этого фильма были все шансы стать настоящей реконструкцией. И самое главное, ведь заявлял режиссер, он говорил, что мы работаем с археологами, это будет экранизация жизни Эдсы со всеми деталями. Поэтому все и ждали этот фильм. Вот здесь, как мумия была найдена, в каком положении. Все, он бежал, ему выстрелили в спину, он вот так вот упал и так и замерз. Вот его мумия. У него множество татуировок, десятки по всему телу. На месте суставов, скорее всего, от артрита его лечили. У него прекрасные вещи, одежда, вот такой вот топорик на выставке. Сможете посмотреть реконструкции вещей Эдсы. Лук недоделанный, что говорит о том, что поддержку версии, что он убегал, то есть пытался сделать оружие, стрелы, колчан, рюкзак, кинжал, вот ретушер для изготовления стрел. В общем, огромное количество вещей. Это его вот такая антропологическая реконструкция, реконструкция лица по черепу, костюм его в сборе. Ну, кем же он был? Было несколько версий, что это просто замерзший странник, что это вождь, шаман, торговец, металлург там, и так далее. Но они все не оправдались, скорее всего, это пастух. Пастух, потому что он не обладал статусными предметами, никакими ни ритуальными, ни статусными. Он много ходил по горам в жизни, скорее всего, это пастух, потому что это общество неолита, пастухи и земледельцы. Причина смерти, собственно, просто замерз, погиб в битве, похоронен с почестями или убитый беглец. Последнее наиболее вероятно, потому что у него было много ценных вещей, и их не забрали. То есть они не хотели выдать себя, те, кто его убил. Это были, скорее всего, его же общинники. Ну и преимущество фильма потенциально – это аутентичные локации, снимали там, где его нашли. Это реконструкции материальной культуры, кастинг, потому что актера подобрали даже антропометрически близкого к Эдсе. Консультировались, они заявляют, что они консультировались с археологами, поддерживал музей Южного Тироля. Посмотрите, ну образ прекрасный, вещи отличные, скорее всего, музейные реконструкции. Все было для того, чтобы фильм был идеален. Но режиссер решил, что все-таки его художественное видение, оно определяющее. И вот здесь я вставил этот кадр, потому что это какой-то фетиш у режиссеров по дырявым домам, видимо. Тоже в Альпах дом, но он с дырами в стенах, как чум. Значит, история такая. В племени Эдсы почему-то не пастух, он и вождь, и шаман. Видимо, он слушал археолога, режиссер, говорит, ага, значит, вождь, шаман, ходил по горам, ага. И он самый старый в племени, но он уходит охотиться почему-то, все остальные остаются в племени. Приходит какая-то группа командос из трех человек и уничтожает всю его деревню, убивая всех мужчин, как котят просто. И ничего не забирают, ни женщин не берут в плен, там, никакие там шкуры, там, скот не угоняют. Скот это самое ценное вообще-то для этих обществ. Они берут тенеку. Тенека это непонятная коробка до конца фильма. Берут тенеку, убегают. Он прибегает, там остался жить только младенец, он берет в одну руку младенца, в другую козу, чтобы кормить младенца, и гонится за ними. Преследует их по горам. Они убили человек 10 мужчин в его деревне, но они убегают от него одного. Ну, потому что они убили его семью, ему нечего терять. И там не хватило только такого тренинг-монтажа из 80-х, чтобы он там готовился, там, снаряжался, там, тренировался в горах, там такого не было. Вот. Показательная сцена из этого фильма просто о здравом смысле. Он встречает какого-то деда с луком в горах, дед целится в него из лука. Что делает Эдсо? Он не показывает, что он мирно настроен, там, что все нормально. Он со зверским лицом достает лук, целится в деда. Они вот так смотрят друг на друга, потом опускают луки и идут есть мясо. Вот. То есть, ну, это как, знаете, если у вас человек из пистолета целится, вы начинаете пистолет доставать, и он не стреляет в вас, то же самое. Вот, ну, он в итоге пришел, всех убил, естественно, так вот выдавил глаза, чтобы вот хлестало во все стороны.
в общем, отлично всех убил. И открывает коробку с Тенека, из-за которой геноцид-то был весь. А там кусок минерала какого-то. Ну, похоже на обсидиан какой-то отшлифованный. Но это общество, у которого развитая металлургия, оно занимается скотоводством, земледелием. У него были большие общины, а не два дома в горах. И они из-за камня, который, видимо, отшлифован людьми, потому что иначе он не может быть такой, они друг друга убивали. Я когда почитал отзывы журнал «Шпигель» немецкий, там, о, это возрождение немецкого кино, туда-сюда. А когда отзывы археологов, все сказали, что фильм, ну, хорошо снят, хороший кастинг, актеры хорошо играли, но, друзья, это вообще не про неолит ни в коей мере, просто фантастическая история какая-то. Ну и заканчивается тем, что нашего героя убивает вообще там кто-то непонятно кто, кого он не добил, он от него убежал, в конце фильма он его догнал только для того, чтобы убить, чтобы было понятно, как он умер. В общем, посмотрите, я не имею возможности сейчас вам описывать все вот эти безумства сюжета, но что показательно, что режиссер даже не посмотрел, как Эцио умер, ну невнимательно, что он лежал лицом вниз. В фильме он почему-то лежит на спине вот так. То есть в оригинале он споткнулся и упал на руку. В фильме он лежит вот так. Ну, собственно, Эцио реальный вымышленный. Реальный Эцио — это пожилой пастух. Погиб в неравной схватке и, возможно, преследовался собственными общинниками. А вымышленный — это у нас клишированный герой боевика. Такой старый командос, который пошел и убил всех врагов. Мстя. Вот. Ну и, собственно, минусы фильма — это отсутствие здравого смысла, авторское видение, пренебрежение реконструкциями, стремление к масштабности и зрелищности, которая там неуместна. Вот. Ну и в завершение я хочу сказать, что все-таки нам, историкам, археологам, надо поберечь нервы наших друзей, наших жен, когда мы смотрим фильмы, и сдерживаться, и как бы наслаждаться, и получать удовольствие, потому что люди смотрят фильмы для удовольствия. Но и киноделам хочется пожелать внимательнее относиться к источникам. Вот. А вам, если интересно, я рекомендую почитать следующие публикации про Эцио. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Вопрос вам хочет задать наш эксперт, археолог из Петербурга, кандидат исторических наук Александр Очередной. Покажитесь, Александр. Вот он. Дайте, пожалуйста, микрофон. Уже есть микрофон или нет? Там уже два микрофона. Кто же первый принесет его? Спасибо. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я знаю, что вы занимаетесь профессиональной экспериментальной археологией уже много лет, у вас замечательные результаты. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, да, если снять фильм только по результатам, которые дает нам экспериментальная археология, будет ли это востребовано? Ведь не секрет, что вот эти результаты экспериментальной археологии, они зачастую очень сложны для демонстрации. Вот. Это совсем не то, что очень легко продемонстрировать в кассовом кино, да, как правило. Немножко в сторону, значит, вот мы смотрели вчера, перед тем, как формулировать этот вопрос, «Последнего неандертальца», и сразу же посмотрели фильм «Апокалипто» Мела Гибсона, диаметрально разные кинокартины, и в «Последнем неандертальце» огромное количество, конечно, вот ошибок, о которых вы сейчас сказали. В «Апокалипто» их на порядок, наверное, меньше, но и «Апокалипто» просто вы тоже... не специалист по этой эпохе и по этому месту. Да. «Апокалипто» тоже критиковали. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если отталкиваться только от экспериментальной археологии, что делать? Спасибо. Ну, это очень интересный вопрос, правильный, потому что все-таки я считаю, что если мы... археологическое сообщество, историческое сообщество. Если мы хотим, чтобы был такой контент, такие фильмы, нам нужно самим предпринимать инициативы для создания такого иллюстративного, научно-популярного. Самим снимать. Самим снимать, да, и выступать инициаторами, ну, съемок хотя бы. И да? Смотреть самим. Нет, ну, по поводу смотреть, я думаю, что, конечно, всегда будут режиссеры ориентироваться на зрителя. Но, возможно, создание такого продукта, чтобы он был аутентичен и интересен. Тут разговор о том, что нету правильной, знаете, культуры, наверное, продажи такого продукта.
То есть если бы можно было интересно преподнести, в чем ценность, что ценность именно в хардкоре, в аутентичности, что, смотрите, это не спектакль, это не иллюзия, это именно реконструкция такой, как она, какой она должна быть. Это такая первозданная дикость, там, как угодно, какие угодно слоганы. И вот, может быть, такой эксперимент, но он хотя бы нужен, потому что такого рода продуктов, в принципе, нету. Действительно, это либо узко какие-то корпоративные вещи археологов для археологов, либо вот абсолютно фэнтезийные вещи. Поэтому эксперимент такой, я думаю, в будущем, учитывая всякие еще современные VR-технологии и прочее, такой медийный контент, медиа-контент должен появиться. Так, наш делегат прислал вопрос к вам, Иван. Какие же орудия были в каменном веке? Копье, рубило, понятно. А еще какие? И есть ли различия в орудиях в разных местах в одно время? Ну, вопрос этот очень обширный, прямо скажем. Потому что каменный век 3 миллиона лет занимает, конечно же, чего там только не было. И действительно есть различия. В одном Алдувае выделено только более 100 видов орудий. 100 типов орудий. Поэтому, конечно, есть общие принципы изготовления каких-то базовых вещей, там, типа топоров, копий и так далее. Есть какие-то локальные специализации. Ну, например, если это общество, которое занимается рыбалкой, ловят рыбу, логично, что у них разработаны каменные ножи, которые под рыбу специализированы, под очистку, под разделку рыбы. Есть рыбные ножи каменного века. Здесь принципиально важно понять следующее, что камень для каменного века такой же материал, как металл для последующих эпох, там, бронзового века, раннего железного века, неважно. То есть это материал, из которого вы конструируете те атрибуты и те инструменты, которые вам нужны под любые задачи. Хотите сверло, хотите какой резец, какой нужно. Все что угодно, в принципе, можно сделать из него. Поэтому, конечно, специализация в этом была огромная, и различия были колоссальные там, в зависимости от территории и имеющегося материала прежде всего, конечно. Так, пожалуйста, вопросы в зал. Так, вот я вижу руку в третьем ряду, кажется. Кажется. Да, пожалуйста. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и у меня вот такой следующий вопрос. А возможно ли какое-то близкая реконструкция в кино тогдашних морально-этических ценностей, внутриплеменные, внутриродовые отношения, скажем так, не какая-то непосредственная натура отображения вот конкретных бытовых объектов? Возможно ли это? Возможно, сделать это с, так скажем, приближенной какой-то вероятностью, потому что как раз-таки в этнографической современности и вообще в этнографии есть множество задокументированных свидетельств поведения, да, народов, которые находились в стадии там, палеолита, мезолита или неолита. И использовать этот опыт нужно. Но другое дело, что надо как-то делать это уместно, умно и аккуратно, потому что, например, в случае с фильмом про Эци, они решили сделать какой-то древний язык, да, передать язык, на котором говорили тогда в Тироле. Это невозможно, потому что это очень давно, это почти 5500 лет назад, 5200. И они взяли язык, ретийский язык, который остался в этрусских надписях, там, это конец первого тысячелетия до нашей эры. Они взяли этот язык, от него известны отдельные слова, они их повставляли в этот фильм, добавили какую-то тарабарщину, чтобы создать ощущение, что это такой какой-то научный подход, какая-то реконструкция той специфики там, языка. Но по факту это привело только к тому, что совершенно непонятно вообще, что происходит, потому что они просто говорят непонятные слова, и мотивация их непонятна. Непонятно, почему они враждуют, почему они борются за этот артефакт, почему он важен. И как раз-таки это должно быть умно. Но если да, если смотреть этнографию народов, как ведут себя охотники, как устроены корпорации воинов в примитивных обществах, корпорации охотников, и это все нужно использовать, конечно. Так, пожалуйста, задние ряды. Да, вот, да, прошу. Добрый день, меня зовут Сергей. Вопрос про другой тип произведений современной культуры, про компьютерные игры, например. Знакомы ли вам какие-то более-менее адекватные реконструкции? Как вы оцениваете, ну, например, Far Cry Primal или
Horizon Zero Dawn, например. Я, к стыду своему, очень отстал в компьютерных играх. Я как-то вот последние игры, в которых я играл, это год там 2008-2009, наверное, поэтому я не очень слежу, но в то же время я знаю, что игроделы, они часто обращаются к историкам, как ни странно. Вот, например, у меня есть друг из Греции, Спирос Бакас, он является руководителем всегреческой такой ассоциации экспериментальной археологии. У нас сейчас с ним совместный проект по гранту, мы делаем реконструкцию лука бронзового века. И вот к нему обращались создатели игр серии Total War, посвященные вот античности части. И они действительно для них делали эскизы доспехов, оружия, рассказывали о боевых формациях. Поэтому такие примеры существуют, я думаю, зачастую, наверное, даже более продуктивные и внимательные, чем в киноиндустрии, но, к сожалению, вот по каменному веку я не готов вам ответить, потому что я просто не знаю, что там сейчас, во что играет молодежь. Так, пожалуйста, пожалуйста, давайте, я вижу девушку в третьем ряду, вот, да, это вы, передайте микрофон как-нибудь. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я хотела бы узнать, а существовал ли в каменном веке юмор, и как он выглядел, проявлялся? Это клишированное ударить палкой по голове было или вообще такого не было? Можно представить что-то такое, как вы думаете? Конечно же, юмор был. Так же, как и сейчас, у примитивных народов существуют смешные истории, анекдоты, у них существует некий аналог пародирования, безусловно, друг друга. И мы сейчас вот со Станиславом Дробышевским прекрасно обсудили пример про индейцев, которые, когда обижались друг на друга, чтобы помириться, они били друг друга дубиночками по голове, так нежно, не сильно. И все смеялись, радовались, и, в общем, все было хорошо. Но это как раз это пример юмор. Такого грубого юмора какого-то. Я не думаю, зря что... вы с топориком пришли. Давайте без шуток на сцене. Я затупил его, кстати, перед форумом, на всякий случай. Вот, ну, я думаю, что не стоит их примитивизировать. Они, конечно, шутили, я думаю, примерно так же, как и мы, только на актуальные для них темы и вопросы. Так, пожалуйста, последний вопрос. Вот я там вижу совсем-совсем справа, совсем-совсем вдали кто-то машет рукой. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Тимофей, хотел бы спросить такое. Вы практически реконструктор. Меня интересует, как развивался лук, и вообще это нетривиальная задача его изобрести. Есть какие-то предтечи этого изобретения? Еще раз скажите, пожалуйста. Кто развивался? Лук. Лук. Понял. Лук – тема достаточно дискуссионная, потому что большинство исследователей считает, что лук появляется в мезолите, но есть находки его для мезолита в торфяниках. Но в палеолите есть интересные наконечники, которые мелковаты для, даже для дротиков и похожи на наконечники стрел. Поэтому, возможно, где-то лук был и в палеолите, в позднем палеолите. Также существует огромное количество форм изготовления луков, типов луков. Есть очень сложные самобытные луки, то есть у каких-то народов, которые не соприкасались там, с общемировыми достижениями, да, военного дела, например, не знакомы были с гуннскими луками, но они изобрели свои композитные луки. И есть огромная проблема в научной среде, большая проблема терминологического единства касательно темы лука, что в Европе одни термины, в России другие, там в США третьи, и из-за этого возникают сложности. То есть есть лук усиленный, да, когда деревянная основа там, и навершие, например, из рога укрепляющие. Есть лук составной из частей, есть лук композитный, клеенный из там, слоев. И вот композитные разделяют там в Европе на compound и composite, там разные типы. Поэтому эта тема сложная, но все равно, конечно, исследователи пытаются проследить общие тенденции эволюции. Но при этом исследовании выясняется, что разные народы изобретали
подчас, что это не какая-то линия эволюции, но это дерево такое. Каждый народ изобретал какие-то свои очень интересные решения, необычные. Так, сейчас на экране у нас должен появиться скетч от Юлии Родиной. Вот он, посмотри, это ты. Так, тебе предстоит теперь выбрать лучшие вопросы. Значит, были вопросы, востребованы ли фильмы по результатам археологических исследований, о реконструкции морально-этических ценностей древних людей, о реконструкции в играх, о том, существовал ли юмор, и о том, как возник лук. Ну, давайте о юморе. Хорошо. Потому что итак, автор вопроса про возникновение юмора получает книгу «Жизнь кишечника». Так, Иван, вам подарки от нас. Кекс от Geek Bakery и пингвина Питек от Павла Краснова. Благодарю, спасибо.